Поздравить их с окончанием учебного года приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он больше 30 лет назад также стоял здесь на торжественной линейке. По мнению главы региона, сегодняшний праздник – это не только завершение школьной поры, но и первые шаги на пути к взрослой жизни. Идите смело вперед, не останавливайтесь. Я смотрю, конечно, волнуются и где-то и радуются родители. То же самое, друзья, волнуются и радуются учителя. Ну а самое главное, что у них в глазах, конечно, есть и тревога. Тревога, насколько у вас получится в жизни быть самостоятельными. Насколько вы в жизни станете успешными. Верьте в то, что вы много сможете. И что бы ни происходило со страной, с Кубанью, помните и понимаете, что вы отвечаете, какой она будет завтра. Всех жителей школьной планеты детства я поздравляю с наступлением школьных каникул. Ребята, яркого, насыщенного, интересного лета. Помните, что каждый день школа вас ждет. После ученики отправились на последний урок. Его в этом году, объявленным в России годом волонтеров, посвятили доброте. Уже в классе глава Кубани обратился с напутственными словами к выпускникам не только 11-х, но и 9-х классов. Это те ребята, которые стоят перед выбором, какую рабочую специальность выбрать. Глава Кубани акцентировал их внимание на том, что главное в их жизни – это найти любимую работу, вне зависимости от того, в какое учебное учреждение они поступят. Конечно, в жизни вы хотите стать успешным. Но успех, он определяется не только карьерой, он определяется жизненным комфортом. То есть вам должно быть комфортно и радостно каждый день приходить на работу. И с грустью с нее уходить. И вот тут даже диплом о высшем образовании не создаст вам жизненного блага. Можете выбрать рабочую профессию, рабочую специальность и радоваться каждому дню. Вам будет комфортно. И вы эту рабочую специальность, рабочую профессию сделаете престижной, потому что на самом деле будете высококачественным специалистом. И люди к вам просто будут идти. Вот в жизни всегда нужно делать этот выбор. Дети уже распланировали летние каникулы. После экзаменов многие отправятся на отдых, а для оставшихся в станице учеников в школе будут работать кружки и секции.